Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Максим159, и сегодня у нас обзор мода в Майнкрафте номер 41. И прежде чем мы начнем, я вас попрошу поставить лайк на этот ролик, ведь я старался, там все дела. Ну, в общем, поехали. Сегодня у нас лаки-блок, камуфляжный лаки-блок. Да, все мы знаем вот эту зеленую форму камуфляжную, как у всяких военных, и вот он, камуфляжный лаки-блок. Ну, это, конечно же, камуфляжный лаки-блок в Майнкрафте. Да, это уже пятый вид, то есть да, я на своем канале буду обозревать все виды лаки-блоков, это уже пятый вид. Если вы хотите посмотреть предыдущие виды, то просто зайдите в плейлист, ссылка на плейлист будет в описании. Ну что ж, ладно, давайте тестить. В каждом обзоре я просто их ломаю и смотрю, что из них может выпасть. Ну что ж, первый лаки-блок, поехали. Роза, романтическая роза, хорошо, далее. Далее, посмотри наверх. Окей, это лава, ловушка номер один. Хорошо. Идем далее. Так. Это всякая рыба и все такое. Далее. Ага, колодец и золотая монетка. Ну, это мы уже знаем из прошлой серии лаки-блоков. Это у нас колодец, да? И ТНТ? Нет, не ТНТ, это кусты. Окей. Хорошо. Это у нас только что должен был быть эфирит, но у меня включена сложность на мирное, поэтому без мобов, без всяких мобов враждебных. Так, нормально, нормально. Это у нас этот, как он называется, блин, алмазный блок, да? Так, далее. Оу, банановый меч, нормально, нормально. Зато не такой уж и читерный. Следующий лаки-блок. Ага. Ну, думаю, стандарт, да? То же самое можно найти в данже, в сундуке, там где два... Ну, в данже, где два сундука, там, наверное, тоже такое есть. О, смотрите, я только что увидел, там был... Вот. Он немного пропадает. Вон. Лаки-блок, давайте добежим. Это не я строил, это сразу была постройка. Лаки-блоки же еще как бы в мире. Кроме того, что их можно скрафтить, они еще в мире могут появляться. Вон еще один лаки-блок. Ох, как их много тут. Ладно, давайте сломаем. И нам дается... Вау-вау-вау, да. 260-ю скорость, сила становления. Много чего нам далось. Давайте... А давайте выпьем. Вот у меня сейчас нету эффекта. Посмотрим. Вау. Вау, у меня дополнительные сердечки появилось. Скорость. Оу. Круто, прыгучести нет, жалко. Хорошо. Так, еще один лаки-блок, ломаем. Ну, всякие книги, всякое такое. Так, ломаем дальше. Это у нас уже было. Ой-ой-ой. Это у нас яйца призывания. Сундук. Ну, всякие пластины, все такое. Стандарт. Так, это... Конская броня и нагрудник. Алмазные. Далее. Все виды ведер. Ну, наполненные, которые. Да. Губка. Просто губка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Вау, мы выжили. Мы благодаря вот этой зельке выжили от этого. От огромного крипера взрыва. Ну, огромного. Мощного такого. Заряженный крипер, да, вот. Так, о, монетка, давайте еще раз испытаем удачу, что нам выпадет. Ох, да, не повезло, конечно, да? Хорошо, не везет, не везет. Камуфляжный лаки-блок вроде бы какой-то несчастливый. А, ладно, буду ставить мирную, когда на меня нападать будут. Так, хорошо. Давайте кожаную броню наденем. Ладно. Так. Всякая ерунда выпадает пока что. О, это же... Это рыба-клоун. Что? I'm funny. Я веселый. Ну, это как бы рыба-клоун. Да. Так, далее. О, золотое яблоко давайте съедим. Не знаю, на всякий случай просто. Так, следующий лаки-блок.
Земля! С неба, земля. Отлично. Просто земля, даже написано, что земля. Так, далее. Ооо! 26 алмазов, диаманты стую, диаманты, алмазы для тебя. Так, следующее. Это что? Это железный блок, окей. Так, следующий. Ооо! А, это уже было в белом локи-блоке. Блин, я не успел воспользоваться багом. Там, короче, если вы поставили и сразу пошли, то вы можете выбраться из нее сразу же. Хорошо. Так, стоп. Ставим опять мирную. Все. Идем далее. Так, ломаем. Ох, Боб. А, нет, это Джои. Это не зомби. Боб это зомби, а вот такой вот одетый это Джои. Это скелет и сушитель. Блин, опять я аж поставил на мирную. Все. Так, следующий. Ох, ю. А, ладно, пофиг. Пусть будет. Давайте, я умру. Так, отлично. Идем далее. Так, у меня ничего не прорисовывается, окей. Так, далее. Well, there's your problem. Теперь это ваша проблема. Ну ладно, понимаю вас. А, давай, давай, выжил, выжил. О, я выжил, е-е. О, кони, всякие кони, пегасы, всякие такие. Окей, хорошо. Железный блок. О, шапка. Железная, отлично. Так, далее, далее. О, земля. Lucky Dirt Block. Lucky земля. Lucky Villager. О, вау, вау, вау. Вау, на серверах вообще офигенно. На PvP серверах, да. О. Так, далее. Так, так. Ой, яйцо, яйцо, яйцо. Яйцо дракона. Блин, на ему поставить. Так, следующий. Алмазный блок, отлично. Следующий very. А, перечеркнутый very lucky villager. Хорошо. 10 булыжника на 5 обсидиана. Неплохо. Гнилая плоть. Ну, тоже неплохо. Lucky block book. Это что? After players in distress. Distress. Что, что это? Это автор или что? Да, это походу автор Lucky Block, да? Наверное. Ладно, пофиг. Так, далее. Розы, очень много всяких цветов и все такое. Хорошо, 21 локи-блок у нас остался. Он уже 20. Так, ладно, пофиг, кидаем любой предмет и все. Так, здесь у нас картошка. Картошка! Ура! О, кусты. Кусты. Круто. Хорошо, идем далее. 20 локи-блоков. Взрыв. Окей, нам подарили взрыв. Так, давайте, наверное, очистим инвентарь, а то что-то все заполнено. Так, все отлично, идем далее. Давайте вот тут, вот, чтобы круто было. Так, всякие эндерперлы, глаза эндера и все такое. Так, это у нас всякие механизмы, там всякие, да. Так, далее. Мистер Рейндов. Рейндов. О, это оно, это оно, это... Это оно... Не, стоп, это не оно. То было больше, там был голод. Ай, тихо, тихо, тихо. Здесь тоже есть голод. Ну ладно, давайте попробуем. Прости, овечка. Блин, я ж себя. Ого, ничего себе эффектики. Но нас может спасти только одно. Блин, где молоко? Где молоко, где молоко? Быстрей! Господи, как меня колбасит. Хорошо, 15 локи-блоков осталось. Так. Следующий, следующий. Такс, такс, такс. Что-то фигня всякая падает, да? Которую я уже давно видел. Такс. Ой-ой-ой-ой-ой, наковальня. Падай наковальня. На меня. Так, хорошо. Следующий. О, колодец, давайте монетку кинем. Только не ТНТ. Ура! У-у-у! Всякие эти, всякие алмазики, изумрудики. Все такое. Вау, сколько всего-то. Хорошо, 7 локи-блоков у нас осталось и заканчиваем. Так,
Это череп скелета иссушителя. Это у нас всякие инструменты. О! Вот это лучше, Lucky Sword, чем банановый меч в версии вот этого вот Lucky Block. Так, следующий. Золотые инструменты. Это же Lucky Рыба! Вот это да! Вот это да! А ну-ка, давайте кого-то шибануть. Ох, какая рыбка поджигает! Лосось или карась? Наверное, карась. Окей. Смотрите, какая рыбка, да? Прикольная. Счастливая рыбка. Ой, какая счастливая. Так. Давайте. Последние два Lucky Block. А, нет, три. О, давайте, три Lucky Block. Давайте. Ой, что я делаю? Скриншот давайте. На память еще время. Все, давайте. Открываем три последних Lucky Block. Так, я думаю, что самый удачливый из них это вот этот вот. Окей, самый удачливый, да. Хорошо, два осталось. Давайте вот этот. О, удача пришла. Съедим, пожалуй, яблочко. И последний Lucky Block камуфляжный на сегодня. Ой, какой же... Я тебя сейчас с рыбой... А ну-ка давай. Сейчас с рыбой тебя. Рыбкой давай. Я его убил рыбой. Круто. Селедка, наверное. Прикольная рыбка. Хорошо. Ну что ж, ребят. Вот такой вот обзор. Думаю, он вам понравился. Вот такой вот Lucky Block. Нестандартный Lucky Block. Да это же Lucky Block. Камуфляжный. Да. Я еще видел, еще новые Lucky Block выходят. И еще новые Lucky Block. Так что, ребят, там еще этих Lucky Block штук 10 реально. Так что я должен подуспеть. И поэтому, наверное, сейчас буду сразу же снимать еще один Lucky Block. Ну, я хочу все обозреть на своем канале. Никто еще все Lucky Block не обозрел. Тупо все сразу. Ну, все как бы на своем канале никто еще не обозрел. И я хочу быть первым. Да. Ну а на этом все, ребят. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пожалуйста, я старался, поставьте лайк этому ролику. Ну а на этом все. Всем удачи. Всем пока.